Итак, ребята, мы находимся с вами в городе Тула. Мы добрались сюда. Сзади меня, смотрите, танки, бронетранспортеры, БТРки военные. Видно хорошо. То есть, смотрите, город-герой Тулы. Здесь весь город говорит о том, что здесь город воинской славы. Посвящается, там много-много флагов висит, там подземные переходы в форме тоже военной тематики, раскрашены, разукрашены, все то же самое. Вот сейчас бронетранспортерочком снимусь, покажу вам обзор Тулы в одном из мест. Я сейчас не везде пока что, вот смотрите. Граница России нигде не заканчивается. Мы находимся с вами в городе Тула. Не знаю, что это такое. Это какой-то у нас служба по контракту, военная часть. Сильная армия, сильная сила. Контрольно-пропускной пункт. ВС. Улица Ленина, 99, город Тула. Вот такой вот БТРчик. А, БМД. В общем, БМД. Там вон пушка еще стоит в отдалении. В общем, гуляю я один по Туле, ребята. Вот так она вся выглядит. Перекрестки, машины. Потом еще поснимаю. Пока что все, пока.